Воспитанники Ивановского детского дома и ученики средней школы номер 10 поучаствовали в военно-исторической реконструкции событий времен Великой Отечественной войны. За основу взяли боевые действия Ржевско-Вяземской операции, которая происходила в апреле 1942 года. Воссоздать подлинную картину того времени ребятам помогли ульяновские полицейские и представители военно-исторических клубов. Организаторы экипировали участников в военную форму 40-х годов, вооружили макетами винтовок и автоматов, а для достоверности боя использовали пиротехнические и звуковые эффекты. Представители Центра профессиональной подготовки УМВД России по Ульяновской области, которые и выступили организаторами, отметили, что дети с удовольствием участвуют в подобных акциях и узнают много нового из истории родной страны. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».